Сегодня мы будем мастерить для наших котиков. Будем делать дом, как уже догадались, из коробки. Домик, а внутри будет небольшой лабиринтик. В общем, нет, это будет многоквартирный домик для котов. Да. Одноэтажный. В общем, будет интересно для наших котов. Еще коробка, котч, ножик. Ну и линейка с ножницами, возможно. Для начала что сделаем? Нам нужно для начала срезать крышу, чтобы сделать комнату. Комнаты. Будем делать комнаты. Ну вот. О, дом открывается. Ура! Крышу мы срезали. Надо подклеить. Вон там, кстати, все, что не подклеено. Ну да, подклеим, чтобы оно не торчало. Надо сейчас планировать комнаты. Может, одну большую? Да. И две поменьше. Так, ну, в общем, по ходу будем думать. Сейчас будем ставить перегородочки. В общем, сегодня у наших котов будет новоселье, да, Арина? Это типа будет одна перегородка. Ну, надо ее сначала скотчем хорошенько заклеить. Иди, Аринка, помогай держать. Сегодня наши коты нам не помогают почему-то. Жулик спит. Где кусачка убежала? Жарковато просто. Они тоже жару плохо переносят. Кусачки нету. Жулик, ты не будешь нам мешать домик делать? Ура! Одну перегородку мы сделали. Какие мы чудо-строители. Ой, нас накрыло. А, нормально, отлично. Скальпель. Можно спланировать... Так как угодно, в принципе. О, к нам просится кусачка. Кусачка к нам пришла. Кусачка к нам пришла. Опа! О, она уже... Она посетила все комнаты уже. Уже там. Молодец. Я думаю, ей будет интересно. Эх, ты кусачка. Себе все комнаты забрала, короче. Да, Алина? Продолжаем. Вот здесь кухня. Это спальня. А вон там гостиная. Ну, хорошо. Пускай будет так. Коты сами себе гостиная, определят, где что. Я думаю, у них везде будет спальня. Возможно. Так. А возможно, будет страшно туда залезть. Мы не знаем их реакции. Режем, значит, сделаем такой вход, один большой. Перегородка стенки у нас будет его разделять. Будет вход тут и вход тут. Угу. Это прямоугольник и вырезаем. А обои поклеить внутри? Котам это не надо. Они все равно их дерут. А где обои? Вот пример. Страшный обои. Так, примерим. Все, осталось это приклеить. Ага. И вот такие будут входики. Но это наш вариант. Вы можете придумать себе все, что угодно. Распланировать, сделать свою планировку, в общем. Ты моей рукой управляешь. Ну, вот так получилось. Все стороны приклеили. Теперь будем думать другие входики. Это у нас будет внутри. Теперь надо, может, по бокам вырезать, а потом крышей займемся. Все, вырезаем один вход. Первый вход в дом. Шпалец покрасили. Отлично. Можно на чердак поднять. Где еще? Вот здесь, да, вход будет? Угу. Походу, этот домик у нас заняла Арина. Она там уже будет спать вместе с котами, да, Арина? Ну что, сверх с боковыми домиками все? Может, только скотчем надо будет заклеить? Так, мы решили сверху сделать два входа также, чтобы котам было друг от друга куда убегать, чтобы не стрессовали, если вдруг в тупик зайдут. Ну что, можно заклеивать? Хочу сделать быстренько игрушечки, чтобы они поигрались.
вот такая вот будет висеть. Приклеить куда-нибудь, чтобы они игрались. Так, она будет болтаться. Ну и вторую повесим. Пускай нитка останется. Ниточка. Нитки наши коты тоже любят. В общем, придумать можно много чего, но нам хватит этого. Вот так они будут болтаться. Ну что, осталось аккуратненько заклеить его со всех сторон. Не видно, конечно, как там у нас внутри. О, вон там. Да, многокомнатная квартира для котов. Ну вот меня убираете. Ну вот такой вариант мы сделали. Коты, я не знаю, когда будут играться, непонятно. Так, первый испытатель. Возможно, он не захочет. Почему? Не хочет? Это надо их подлавливать. Это что-то новенькое? Все равно им же будет интересно. Просто надо подлавливать это все дело. Сейчас кусачку принесем. Да, это точно интересно. Жулик, занимай скорее комнату себе. А то сейчас кусачка придет. Все займет. Смотри. Жулик ушел, не смотри, оценил. Смотри, какой домик. Чего, не хочешь? Ты чего не хочешь в домик? Мы для кого старались? Пошел. Ух ты, пошел исследовать. Вот он где. Вон там уже. Да? Так вот хвост, что значит а там. А он в трех комнатах. Теперь он в одной. Это... Он сел, задумался, куда дальше идти. Еврик, ты что тут застрял? Проходи. Все, Еврик у нас занял комнату. Еврюсик, да? У него зал. Ты занял комнату? У него зал. Зал, самую большую комнату занял? Да. Ну, молодец. Проходи в другую комнату. Не стесняйся. Опа! Они сейчас не игривые, они сейчас сонные все. Да. Ну ничего, сонные скажи, мы все равно их застанем. Строительство на этом окончено. Домик мы закончили. Надеюсь, нашим котам понравится. И вашим тоже, если будете делать. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока.